Приветствую вас, и давайте мы разделим проблему на несколько основных частей для простоты работы с ней. Значит, во-первых, есть у вас нежелание иметь детей, которые, в принципе, нормально, то есть в этом нет ничего такого, знаете, прям слишком аномального. Нежелание иметь детей связано, может быть, с несколькими аспектами. Например, первый аспект может быть такой, что вы просто не готовы к рождению детей. А второй аспект может быть связан с тем, что вы еще недостаточно пожили для себя, например, и так далее. Может быть, вы просто еще морально не созрели, не дошли до того, чтобы стать мамой. То есть в отдельном изолированном аспекте не иметь детей, не хотеть детей, совершенно нормально. В этом нет ничего сколько-нибудь плохого, дурного и страшного. Ну, а что же хочется вам сказать по поводу другой части проблемы? А вот по поводу другой части проблемы мне хочется сказать вам так, что, простите, ваш муж не дает вам возможности для того, чтобы вы ощутили ту самую возможность, ту самую необходимость значит, в рождении ребенка. И тут уже нужно работать с мужем. Здесь уже нужно говорить с мужем. Здесь вам нужно либо менять свой быт с мужем, конкретно с мужем менять быт, либо у вас все так и будет оставаться на этом уровне. Потому что по вашему сообщению получается так, что ребенка вы не можете завести и не хотите ребенка потому, что ваш муж не дает вам ощущения защищенности и стабильности. И в таком случае совершенно нормально ребенка не хотеть, потому что женщина, вообще любая женщина стремится к безопасности, в первую очередь к безопасности, потом ко всему остальному. И если ваш муж вам эту безопасность не дает, то, соответственно, и ребенка вы зачать не готовы. Это совершенно нормально. Поэтому в этом нет ничего плохого. Вам не бороться нужно с нежеланием иметь детей, а такие условия для себя создать, чтобы иметь детей вам было комфортно. В первую очередь комфортно, конечно. И вот тогда у вас, по моему мнению, будет возможность и определить для себя, действительно ли вы не хотите детей, или это просто условия так складываются в жизни, что вас возможности для этого вы не видите. Разные могут быть варианты здесь, понимаете, но если все условия будут вам, грубо говоря, предоставлены, а вы все равно детей никаких не будете, значит, простите, это означает, что вы не готовы к ним, и в этом нет ничего дурного. Понимаете, есть много способов завести детей после, например, скажем, 30 лет. И главное, чтобы ребенок был желанным. Если он не желанный, то тогда
нет никакого смысла в том, чтобы его заводить. Потому что, как вы правильно написали, вы будете на него смотреть и думать, что вы его не любите. А ребенку-то нужно любить. Ребенок-то это не игрушка, это очень серьезное решение. Поэтому я рекомендую вам посмотреть в этом направлении на ситуацию. То есть, посмотреть на свое нежелание изолированно, попробовать себе представить ситуацию, когда все условия для для вашего спокойствия, скажем так, соблюдены, и спросить себя тогда, будете ли вы хотеть ребенка в этом случае или нет. Если да, то все дело в муже, и здесь с ним нужно разговаривать, либо устраивать свою личную жизнь, то есть менять ее в лучшую сторону, либо вообще расставаться с мужчиной. Совершенно непонятно, почему вы думаете, что с другим молодым человеком у вас будет еще хуже. Откуда этот страх? Неясно. Может быть, из прошлого опыта, может быть, из чего-то еще, но так или иначе, с этим, я думаю, тоже нужно разбираться, потому что страх, он вам мешает более-менее адекватно смотреть на вещи. Соответственно, чтобы этого страха не было, нужно найти его первопричину и устранить ее. Сделать так, чтобы вы страх воспринимали не как вот некое такое иррациональное, ничем не обоснованное обстоятельство вашей жизни, а сделать так, чтобы страх воспринимался вами как причина. Как причина, с которой можно и нужно работать. Вот, пожалуй, так можно ответить на ваш вопрос. А я думаю, что ваши отношения с мужем тоже нуждаются в разборе. Я думаю, что ваши отношения с вашим мужем нуждаются в корректировке, если, конечно, только у него есть желание на это. Ну а дальше совершенно непонятно, почему вы продолжаете с ним оставаться. То есть, чем вы обосновываете свою позицию относительно того, что другим мужчинам вам будет хуже. Откуда этот страх, мне вот тоже не очень ясно. Потому что, понимаете, то, что сейчас, это ужасно. Я не побоюсь этого слова, но то, что сейчас, это просто вот ни в какие ворота не ли. Мужчина вас использует, мужчина вас всячески, как я понял, ущемляет в правах, и вы это терпите, и мужчина от того, что вы терпите, еще больше понимает, что с вами можно делать все, что душе угодно, и отсюда ваши отношения развиваются только по неспадающей. Понимаете? Так что вот в этом направлении вам и нужно думать. По моему, конечно же, мнению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Перед тем, как закончить, мне бы хотелось сказать вам еще такую вещь. Понимаете, ребенок не самоцель. Ребенок не может выступать отдельной какой-то целью для людей. Ребенок это скорее, знаете, следствие. Ребенок это следствие. Следствие того, что у вас, например, с мужем хорошие отношения, допустим. Ребенок это следствие того, что у вас все спокойно, что вы там пошли для себя, что вы теперь чувствуете
возможность уже жить для другого человечка, для своего ребенка. Ребенок не может быть самоцелью. Нельзя заставить себя хотеть иметь детей. Но если вы чего-то не хотите, на это есть обоснование. И если вы будете это подавлять и против воли что-то делать, то будет только хуже. Вот она будет действительно только хуже. И то, что вы не можете забеременеть сейчас, говорит о том, что вы чувствуете, этот мужчина вам стабильности дать не может. А соответственно, ребенка с ним заводить тоже не стоит. Именно из-за отсутствия стабильности. Поэтому не стоит идти против природы своего организма. И непонятно, почему вы, имея все негативные доводы, которые вы привели, все равно хотите ребенка именно с этим мужчиной. Почему вы не желаете попробовать построить другие отношения? Откуда у вас этот страх? Вот об этом нужно с вами разговаривать. Ну, а я заканчиваю. Еще раз всего доброго.